с вами должны пациента сразу же предупредить о следующей вещи. То есть, когда приходит пациент ко мне с вопросом о коррекции фигуры, я всегда спрашиваю следующее. Что вас больше интересует? Вес или объем? Потому что все немножко по-разному оценивают, да, свою фигуру, свою весовую категорию. Для кого-то важно каждый день вставать на весы. Вот человек встает на весы, там смотрит, радуется, либо расстраивается. Кто-то говорит, мне не важно, у меня и весов дома нет. Вот у меня есть любимое платье такого-то размера, я сейчас большего размера, сделайте так, чтобы я влезла в свое платье. И здесь мы с вами понимаем, что если речь идет о весе, то мы с вами будем работать с жидкостью. Да? Жидкость быстро у нас выходит, да, конечно, потом и накапливается, то есть это не очень влияет на объем, но зато это влияет на вес. И пациенту становится легче, пациент становится более, так сказать, лояльно относится к нашим назначениям, к нашим рекомендациям. Вот, пациент становится более довольный, счастливый и радостный. Если пациент у нас с вами не зациклен на весе, его не интересует вес, то мы с вами будем работать с объемом. И здесь мы говорим пациенту, что для того, чтобы ушел 1 сантиметр объема, нам нужно убрать 1 килограмм жировой ткани. То есть вес будет уходить меньше, объемы будут уходить лучше. 1 килограмм, 1 сантиметр объема – это, как правило, 1 килограмм жировой ткани. А в килограмме жировой ткани 8750 килокалорий. То есть это очень энергоемкая структуры. Если мы с вами говорим о том, что в норме у нас питание где-то около 2000 калорий, то мы прекрасно понимаем, что это 4 дня голодовки минимум, да, если мы вот хотим с вами брать жировую ткань. Конечно, такое невозможно, мало кто занимается, мы с вами в кабинете не занимаемся глотанием, да, не назначаем, то есть все-таки это более это стационарные мероприятия. Мы пациенту должны это сказать, что вес уходит тяжелее, да, вернее, объемы, но это более история долгоиграющая, да, то есть мы чуть дольше работаем, но и результаты у нас, конечно, будут держаться намного дольше, чем если мы убрали с вами просто чисто воду.